Так, превращаем наши оцинкованные, так скажем, поддоны в пластиковые за 5 минут. Ну, не за 5, может, за 10. Вот купил такую клееночку. Клееночка для именно стола обеденного. Даже лишнее пришлось отрезать. В общем, размер 1 метр на 60, по-моему, или на 58, что ли. У меня поддон меньше, поэтому лишнее обрезал. Сейчас выкрою и посажу на клей.